Стой, стой! Вот он, вот он! Вот он, нож выкинули! Вот он! Ой, блядь, папа! Папа! Успокойся! Папа! Все нормально, нормально. Папа! Все нормально, успокойся! В общем, мы хотели заехать на парковку Алтын-Орды. Парковщик, который принимает оплату, попросил 100 тенге. У меня были 20 тысяч только неразмененные. Я ему сказал, я сейчас с базара буду выезжать, я тебе отдам. Он сказал, нет. Я ему говорю, давай на кассу перевод сделаем. Он сказал, нет, пошел нахуй отсюда. Начал грубить. Я говорю, что ты так разговариваешь? Я попозже обработаю видео, скину с регистратора. Я проехал вперед, остановился, вышел из машины, он начал, достал ножик, начал кричать, что типа здоровый, нездоровый. Он достал ножик, начал угрожать мне ножом, хотел кинуться. Я от него отбегал в сторонку, потом подошел, он спрятал ножик в карман, я подошел к нему, начал его успокаивать. В итоге он опять хотел достать нож, я его ударил с головы, он выключился. Набежало человек 40. Начали кричать, орать, типа, что здесь такого, это был маленький ножик, да.